Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что полиции удалось предотвратить теракт, план которого был похож на трагедию 11 сентября 2001 года в США. Об этом сообщает France-Info. По словам министра, преступника арестовали в сентябре. 30-летний француз планировал угнать самолет для совершения теракта. Полиция несколько месяцев наблюдала за поведением мужчины в соцсетях, где он искал сообщников. Он планировал совершить теракт в другой стране, поскольку считал Францию чересчур охраняемой. Кастанер отметил, что это была 60-я попытка нападения, которую полицейским удалось предотвратить с 2013 года. 11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории. Два самолета врезались в башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, третий упал на здание Пентагона и еще один разбился в окрестностях города Шанксвиль, штат Пенсильвания. В результате погибли 2976 человек, еще более 4000 были ранены.